Ну, я Люфачун Инна, с 1937 года рождения. Родилась я в Москве, в семье большой, у меня четыре сестры, кроме и три брата. Ну, началось у меня, когда только я получила вот эту новую квартиру, в 1984 году. Я приехала, я не успела вообще войти в... Сразу, как только я начала входить в дом, у меня начинала голова кружиться, в ушах звенит, я начинала чесаться, задыхаться, я начинала открывать форточки, окна. И мама у меня недалеко здесь жила, Царство Небесное, она умерла. Я говорю: мам, я не рада, что я получила квартиру. Я прихожу, говорю, я начинаю задыхаться, я начинаю чесаться. Представляешь, у меня и в ушах звенит, и голова, говорю, раздувается, голова болеть начинает. Она: ты, это, наверное, от линолеума. Ты вот это самое, у нас паркет все время был, а это линолеум, поэтому ты проветривай. Мама говорит: да я проветриваю, я вообще зимой даже окна открываю, говорю, все. Ну вот, это кое-как я до следующего лета, то у нее ночевала, то к сестрам ходила, вот. И на работе работала, с работы я не шла домой. Я ходила гулять, чтобы вечером только домой мне прийти, переночевать, потому что днем невозможно даже в квартире находиться. Ну, вышла я на улицу Пушкина, на Пушкинской, иду по улице Горького, смотрю, значит, у Моссовета стоят с плакатами: «Остановить тайный геноцид, облучение населения в квартирах». Я думаю: боже мой, я, наверное, это жертва этого. Ну и пришла и говорю, подошла, там была Эмиль Сергеевна Черткова. Я говорю: знаете, я пришла ваш плакат и решила это самое спросить. Мне кажется, я жертва вот этого. Она говорит: а что вы чувствуете? Я говорю: я не могу в квартире находиться. У меня, говорю, как только я выхожу, у меня в ушах звенит, голова начинает кружиться, болеть, я вся начинаю чесаться и начинаю задыхаться даже. Я открываю окна, она говорит: ой, вы знаете, да, это вас как-то облучают. Вступайте в наш комитет. Я говорю: с удовольствием. Ну, так что я вступила. Ну и вот, и она сказала: опишите все, с чего началось. Я говорю: сейчас опишу. Я крючком вяжу, взять вещи, это самое. Сижу, один раз вяжу крючком, а у меня, знаете, по руке, как иголкой, и прям вот даже родинка, вот видите, вот здесь вот, вот она, родинка. Прям эту самую дырка, и кровь потекла. Ни с того, ни с сего. Сама я не могла уколоться спицами. Ну, помазала йодом. Потом, может быть, так. Ну, потом, в следующий раз, потом сижу, парные, вот две дырки. Ой, говорю: ой, это нет. Это уже меня, говорю, что-то это самое, что-то меня, говорю, облучают, наверное. Ну, я тогда прихожу на работу, и моя вместе с медсестрой работаем. Я говорю: Лариса, ты знаешь что, мне кажется, меня облучают. Она: ой, Наксана, сейчас такое время, оно и может быть. Ну и вот, я говорю: смотри, у меня то вот здесь ранка ничего не зажила, и вот две. Она говорит: правда, да, действительно, Наксана. Ну и вот, потом один раз я выхожу, тоже так гуляю. Я помню, что я вышла на Пушкинской. Вот я вышла на Пушкинской. Сколько я шла, как я шла. Но я очнулась на Кузнецком мосту. Думаю, я когда очнулась, у меня как будто вот мозги вот так вот такая головная боль, и это как будто там перевернулся у меня в голове. И стою у метро Кузнецкий мост, думаю: ой, а как я сюда попала? А как я шла? Но я помню, что я вышла на Пушкинской, а вот этот промежуток я не видела, я не могла вспомнить. Как я шла, что единственное, что я очнулась на Кузнецком мосту, это самое, у метро. Да, у меня такой с головной болью я пошла. Ну и вот, пришла домой, у меня что-то губа вот здесь раздулась, горло заболело.
это самое, ну, я весь это самое утром встала, прихожу на работу и говорю: Лариса, ты знаешь, что со мной вчера было? Она говорит: что такое? Я говорю: Борис, я вышла на метро Пушкинская, а говорю, очнулась на Кузнецком мосту. А как я вот этот период шла и сколько я шла, я не могу вспомнить. И говорю: ты знаешь, у меня прям разболелось горло, и вот смотри, губа разболелась. Я говорю: и вот здесь вот что-то у меня. Она: ну куда идти? Она вот так посмотрела и говорит: ой, Инна Оксановна, у вас здесь рана. И даже кровь это запекла волос. Да. Она: ну куда идти линейку? Она взяла линейку и приложила. И прям приложила вот к этой ранке. Вот так. Она говорит: вот этот вас лазером стрельнули, Инна Оксановна. Вот смотрите, это самое. Вот сюда вошло через миндалины. Прошло миндалины. И, видимо, вышла в губу, то, что у меня губа раздулась, миндалина, горло заболело. Но горло заболело уже ночью, к вечеру, ночью я проснулась. Ой, я не могу дышать, у меня горло раздуло. Она говорит: откройте рот. Я посмотрела, она у вас и миндалина разбухла, и вот здесь у вас рана. И даже, ну, кровь течет, вот, запеклась. А я говорю: я вроде как потрогаю, вроде болит, что-то не пойму. Она: ну, вот у вас, говорит, прямо здесь. Ну, вот нам такая же, знаете. Ну, и вот. Теперь я это самое, на работе всем говорю, они: да бросьте, Инна Оксановна, кому мы нужны? Ну, не верят. А вот которая со мной девочка, вот эта девочка, медсестра, она говорит: Инна Оксановна, а я верю, говорит. Ну и вот, потом, значит, на работе мне кто-то, наверное, или знал, или, я не знаю, вот, кто подложил мне. В мое дежурство я вхожу в кабинки, у нас я в физиотерапии работаю, у нас так в кабинке. Прихожу, вхожу в кабинки, а у меня там вот такой большой магнит лежит на кушетке. Думаю, что магнит. Я спросил, чей? Они: не знаю. А тебе что нужно? Я говорю: нужно, я возьму его. Ну, я его взяла. А накануне я прочла в вечерке статью. Мужчина пишет, что как опасно вот эта Шуховская башня. Она говорит это самое. Я прошел по Шаболовке, и вот дошел до этой Шуховской башни, и у меня вот так заболело, заколотило сердце, и когда я это место прошел, все нормально. Я тогда вот решил, ну, пишет он, я тогда решил проверить, так или не так. Вернулся и пошел опять, дошел до этого места, опять у меня, говорит, сердце заколотилось. И вот он, ну, где такой мужчина, что может куда-то позвонить, спросить. И сказал, да, ему потом ответили, да, говорит, в это время были отключены магниты, которые вот улавливают вот это вот частоты. Ой, думаю, как вот Бог вот идет, наверное, ведет меня. Я говорю: Лариса, я как раз прочла, говорит, накануне вот эту статью. Она: ну и возьмите этот магнит-то, проверьте. Я прихожу домой, у меня палка такая большая, я привязала вот этот, а он взял вот такой вот, вот так, такая длинная, а здесь вот такие здоровые крюки, где-то явно поискать у меня там, вот так вот. Я эту палку привязала вечером, я хожу, потолку-то прислонила, только где-то вот здесь я подошла, как между этими двумя магнитами, знаете, как молния, разряд, у меня даже кухня осветилась. Говорю, все, это меня облучают. Сейчас я сделаю. А я вязала, у меня очень много железных спиц, вот таких длинных. Я взяла вот так их, надела, получается, круг больше. Я начала с этой палкой, с этими спицами ходить. Вот сюда подошла, вот сюда, вот здесь подошла. А у меня со спиц искры. Говорю, значит, я не ошибаюсь. Значит, действительно, Алиса говорит, меня облучают. Ну вот, а как раз это было уже лето, и я все это описала, это самое, Эмиль Сергеевна, все, что вот как я делала, что от меня жгли, она: да, Инна, тебя облучают. Ну, я как раз уехала в отпуск, летом я уехала в отпуск. Уехала в отпуск, приезжаю, а Лариса говорит: Инна Оксановна, я, говорит, для вас статью вот берегу, его какую? Статья называется «Шизофрения на почве КГБ». Я говорю: да, и там, говорит,
то... А, вот что я еще перед этим брала. Тогда я побежала, купила вот эту фольгу. И вот там, где на софе, я вот здесь гардеробу приклеила. И вот там вот к этой, к стенке, за батарею зацепила. Здесь надела, здесь навешала. И туда залезала. Я только залезла, легла. Как начала? Тык, 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 тык. Прям слышу. Тык, тык, тык. Как стрельба, как пулеметная. Ой-ой-ой. Утром встану, проверю. Встала утром, взяла эту фольгу-то, ну что она новая, я такое приклеила, она не может так, а она прям вот в точечках вся пробитая, представляете? Ну вот, я говорю, точная, все тут я это все рассказывала и написала. А когда приехала это, с отпуска-то, она мне говорит, Инна Александровна, я для вас берегу вот эту статью «Шизофрения на почве КГБ». Ну я читаю, что там сотрудник Лубянки, его там начали тоже, якобы, ну я не знаю, так, не так, но статья была такая, что его облучают, что вот он тоже так же это самое, описывает, что он фольгой закрывался, что он там это прятался, и что вот у него тоже это на руках, там это. Ну и вот, я говорю, ну значит это. И как раз вот все это, и как раз я вот встретила Эмиль Сергеевну. Я говорю, Эмиль Сергеевна, вот так и так, я даже вот вам статью могу показать, мне дали. Она говорит, да мы мечтали уже эту статью. Вот мы начали бороться войну с плакатами, куда мы только не ходили, куда нас и милиция собирала, ну, и в прокуратуру писали, и я сколько я писала. Потом это самое. А потом как-то Эмиль Сергеевна нашла вот этого сотрудника КГБ, какой писалось. Ну и вот. И он нам давал аппарат военный ПЗ-18. Он вот такой здоровый. От него ручка такая, круглая эта штука. И вот, и мы все брали. И вот я в свой дом-то залезала. И у меня там цифра до 500 доходила. Я не знаю, какие там, это прям это сам с нуля, а потом 500 даже, представляете, цифра. Ужас, я это самое. Ну и приходила Инна Сергеевна с этой Анной Яковлевной, и тоже делали мне замеры, но они тогда хоть протоколы писали. У меня даже есть протоколы с печатью, все. Поэтому, если куда-то я пишу, я эти протоколы, и это... И участковый мне говорит, ну, он уже потом меня узнал, все, я ему говорила, а он говорит, вы знаете, вы куда бы только ни писали, все документы приходят ко мне. И вот так вот стол открыл, а там одни мои заявления. Пачка, и говорит... Вот они. А я не вправе бороться. Ну и не вправе, действительно, я одна, и комитет, куда мы только не ходили, с какими плакатами мы не, и у дома стояли, и у Совета Федерации стояли, у прокуратуры стояли. Один раз даже стояли у Московской думы. И нас там снимали журналисты, сняли. И все наши плакаты, все, и сказали... Мы покажем Лужкову. Если Лужков одобрит, мы тогда покажем по телевизору. Ну, значит, ничего по телевизору не было показано. Единственное, только один раз был передача, сказали, она должна была длиться чуть не 2 часа или 1-1.5 часа, а прошла она ночью 15 минут. Но там ученые говорили, это была такая передача «Черный ящик». И вот там немножечко, там выступал вот этот Смирнов, который разработчик этой аппаратуры. И вот и еще многие ученые говорили, что да, сейчас разрабатывается вот это оружие, вот оно даже, ну, в общем, на людях испытывается. Ну и вот дали, по-моему, 2 раза ночью, 3 часа, наверное, и то 15 минут всего это была передача. После этого... Ну что, потом как-то, вы знаете,
Надежда и Эмиль Сергеевна потом отказалась от этой борьбы. Сказала, я свое дело сделала. Я говорю, ну что ты сделала? Ты нас в список собрала, говорю. Ну, а дальше что? Ну, она сказала, я больше работать не буду. Ну, может, я там припугну, я же, мы же не знаем, да. Осталась Надежда с этой, с Ольгой Владимировной. Они начали, ну и потом они что-то отказались. Что-то заглохло, так все со своими горестями остались. Не только после этого вот Алла Яковлевна взялась за это дело. Ну, а толку чуть, что вот ничего, никаких результатов, куда только не пишем, куда только не ходили. Мы вот тут ходили, обращение, это мы, и ко всем конфессиям. Мы ходили и это самое, и Кириллу мы ходили, и это, как их у мусульман так в этой вы к ним обращались, мы ходили к этой католической церкви, тоже обращение делали, мы ходили в это вот иудейскую как синагогу, туда делали обращение, даже уже на этом уровне начали обращение делать, но ответов никаких нет, понимаете. Вот список я вам дала, видите, посмотрите, там все умерли. Одна врач была, она, я с ней говорила, она говорит, Инна, у меня маму так убили. Мама сначала не верила, что вот так, а сейчас, говорит, это самое. А потом мы с одной женщиной, она из метро «Молодежная», мы вообще с ней приходили, утром встречались, везде ходили, даже... Ночь нам не дает спать, мы куда-нибудь спрячемся под это. У нее собачка была маленькая, а мы тряпку взяли, брали из этой, где водный канал, туда вниз спускались среди кустов и спали, высыпались. Да, она к ним зато говорит, нас собака будет, если кто мало, или собака тут же лает. Ну вот так вот. Ну, и теперь, ну что могу сказать, ходили по помойкам. Вот даже могу показать, сфотографировать. У меня там подложено чего. Собирали с ней резиновые шины. И вот я эти резиновые шины у меня там внизу в кровати подстелены, чтобы снизу меня не так били. Вот покажу, как меня бьют, понятно, что нет, не живота. А вот бьют, может быть, на нас стариках эту аппаратуру испытывают, а потом, наверное, молодежи это сам применяет. Поэтому вот онкологические больные рождаются, эти уроды рождаются. Сейчас я вам покажу, даже сфотографируйте все мои. Оставила. Их я набрала мешок уже с того времени. Ну, после этого я даже операцию делала, как они меня били все время по низу живота. И я, когда операцию делали, сказали, ой, вам нельзя было ничего оставлять, у вас множественные кисты. Множественные. Ну, значит, где они мне это высели, там, наверное, какие-то что-то полетят. Мне пришлось сделать операцию, мне операцию сделала. И все равно вот операцию сделала, и все равно меня не продолжают пониже живота, тут уже не знаю чего, по мочеточникам, что ли. Тут я вот пошла к врачу, мне дали путевку, они сказали, у вас моча плохая. Батюшки, я говорю, что-то мне не говорили, я сдавала анализы, мне тот врач ничего не сказал. Сказал, что у вас моча плохая, я полечилась. Он говорит, ну давайте вот сейчас, не выписал у меня лекарство, пошла, купила, чем я сейчас, денег не добыла. Почти 500 рублей лекарства отдала, вот позавчера. Он говорит, недельку попейте, и тогда придете, сдадите анализ мочи. Вот они мне бьют вот, по низу живота и по мочеточникам, наверное. Почему, не знаю. Ну, программа, наверное, такая. У всех разные программы. Даже Эмиль Сергеевна, она встречалась с кем-то там. Ой, у нас в комитете были даже представитель при ООН по культуре, по-моему, он в нашем комитете был. Мы иногда собирались на проспекте Мира,
в доме, в каком-то там Совет Мир или что-то такое. Вот мы там очень все собирались. И, значит, там сказали, что... Ой, что-то хотела Людмила Сергеевна. Ну, она говорила, что как нас вот, она нам говорила, говорит, вы знаете, сейчас, чтобы нас превращать в зомби, надо обязательно применять химию. Химию. А я когда работала в этом ЗАО «Центр жизни», у нас там работал врач-хирург. А у него отец работал в посольстве в Японии. Ну, как-то он говорил, да, и он сказал, иногда со мной, да, я как-то знаю эту проблему, он мне говорит. Значит, обязательно надо дать химию. Эта химия, попадая в организм, съедает оболочку нервной клетки. Вот это мне врач сказал. Съедает оболочку нервной клетки. И тогда из человека, ну, защиты никакой нет, и тогда из человека, вот какой посыл дашь, то вот зомби, что это зомби, это он, исполнитель. Будут это самое, зомбировать на убийство, вот человек будет убивать. Будет такой, вот какую программу дашь, вот такой будет и человек. Вот он, врач это мне говорил. Второй врач сказал, ой, а я все время приходила, говорила, я говорю, ну меня облучают, Они говорят, все врачи, ну Инна Оксановна, ну кому вы нужны? Ну я, да, сестры мне тоже говорят, ну кому-то нужна старая. Я говорю, ну вот, наверное, нужна, значит, может быть, нам не испытывает эту аппаратуру, ну кому и нужна. И вдруг он приходит и говорит, вы знаете, а Инна Оксановна права. Я был, он кончил медицинский, а до этого он поступил на физический факультет в университете. Я, говорит, там год проучился, мне не понравился, я ушел. А сейчас, говорят, вот говорят, какую-то аппаратуру делают. Я говорю, а как вы туда попали, в университет, зачем туда поехали там? Он говорит, да я ж там учился, и говорит, мне не понравился, я вот оттуда ушел, это, в медицинский. А сейчас делают какую-то аппаратуру, и я думаю, может быть, эта аппаратура поможет для лечения, а он уролог. И говорит, Инна Оксановна права пришел. И говорит, включили эту аппаратуру, говорит, подставь руку. Я вот так подставил. Они, говорит, как дали, у меня, говорит, рука вот так, говорит, как съежилась судорогой. Это, говорит, такая боль, я не могли никак мне ее разогнуть. Спазм какой, значит, они вот по нерву, наверное, выстрельнули. Вот такая, говорит, такие судороги, такая боль, у меня, говорит, руку все выворачивало. Ой, я, говорит, даже заорал, говорит, это самое, как его, пока у меня все прошло. Ну, а я вот так, а мне его каждую ночь так дают по ногам, вот такие судороги, особенно на даче. У нас там молдаванин председатель. Честно вам говорю, я на даче-то я не могу приехать, чтобы там побыть, что-то поделать. Если я что-нибудь начинаю делать, они мне так дают по рукам, что я не могу, у меня судороги такие, грабли держать, лопату держать. Или дают по ногам, в ногах судороги, что я ходить не могу. Но такие судороги, это ужас прям, это сил нет, вот ногу все выворачивает. Я говорю, ну так, говорю, Анатолий Петрович, а вы все мне не верите, что меня облучают. Ну вот так вот, вот и живем, ковыряемся с Божьей помощью. Молитвы как начну читать, как начнем там читать молитвы, орать. Ну, или ругаться. Думаю, Господи, сейчас... Уже пост, вот пост соблюдаю, я вот грех на себя беру, с вами ругаюсь. Честно вам говорю, вот как? Я не знаю, как бороться, как, куда идем. Может, убирает нас. Может, стариков сейчас убирают. Все кричат, что денег нет, что это перенаселение. Денег нет, перенаселение, пенсии не с кого платить. Ну, что-то узнать. Может быть. То, что пойдет. Я пошла в поликлинику, боже мой, одни старушки, старики, да, все еле ходят, но все с палочками. И всех, наверное, бьют по ногам. Выхожу, все нормально.
Сейчас кто-нибудь меня как стрельнет по ногам, все, идти не могу. Сил нету. Сил нету, идти не могу. Представляете? Стою, отдохну, посижу, все. И как я говорю, ну что делать, ну что делать, ну иначе как, ну хоть так бороться. Ну, ну все, что могу еще. А родственницы, это одна, то приехали, еще знаете, что как они делают? Они что-то прыскают, вот идешь, как так прыснут, что прям во рту сразу горечь, сразу чихать начинаешь, из глаз слезы, из нос сопли, вот какую-то химию они еще прыскают. И на языке прям горечь наступает. Угу. Угу. А тут две сестры заболели, приехали, заболели. Одна так долго до сих пор все лечится никак. Да и вот тебе химия. Ой, да брось ты, это грипп. Ну грипп, ну плюс. Вот под грипп это и делают. Под грипп это и делают. Ну. Ну все, что могу еще сказать.